Приехали с рыбалки. Я говорю, завтра утром-то мы хотим около сетей провести. Тогда не надо сушить, положите. А это мои кошки. Ой-ой-ой. Ну, сейчас я им каждой буду давать по одному карасику. Стойте. Карасик получите. По одному уже дал. Паля захватила первая. Так, голубоглазая взяла. Белый котик взял. Рыжий получил. Ой, буска получила. Ну, все. По карасику. Вот они где. Ну, дам я вам сейчас их. Вот оно что. Сами вытаскивайте из тарелки. Это внутренности и целые. По размеру небольшие. Эх, и кошки у меня замечательные. Хорошие руки бы передал трех. Красивые, ласковые, нигде не гадят, ловят мышей. Ночью встанешь, ни одной нету. Далеко уходят, здесь все вышелкали. И лодку тут поставили, завтра на лодке думаем быть. Видите, как вот в городе, на этаже, на 5-10. Тут что? Тут никаких выскочило. Вот она где. Пали следующую. Карасика вытаскивать. Никто не возражает, что рыба не живая. Никто не возражает, ножки бушская есть. Так Бог устроил. Рыба, она чувствует что-то, болеет или не хочет умирать. Ничего этого нету. Занимается антропоморфизмом, это очеловечением. Дело неблагородное. Ученики были рыбаками. И Господь им посылал рыбу. И даже воскресшие рыбу и мед. Вот какое дело. Сотовый мед. Все, реже. Поел. Разбойник такой. А ну-ка, дай-ка я еще вам дам. Вот еще. Ой, Паля. Я уже не знаю, какого она карася поварят. Ну так, в деревне кормишь. Всем хватает. Палю я не хочу отдавать, потому что после болезни она какая-то не такая стала. Головка немножко на бок. А для меня это как раз. А вот этот как тигр. Вот. И особенно вот этого жалко отдавать, белый. Ласковый, ласковый такой-то. Ну, буска та. Другой кошке по морде даст. А это голубоглазая, вот это вот с сереньким хвостом. С ушками. Вот она. Тоже хорошая.
И в тягости жалко отдавать, но отдал бы. Ну ладно.